Добрый день всем смотрящим, с вами Нимон, и сегодня мы с вами посмотрим на мод, который называется Экстра Вулканит. Этот мод добавит в нашу игру следующие предметы. Носитель урона. Этот блок запитывается от Redstone сигнала и наносит вам столько же урона, сколько и магма блок, и поджигает вас на одну секунду. Если стоит на краю этого блока, то вы не подвергнетесь его влиянию. Также этот мод добавляет вулканитовую руду в трех вариациях. Назлитовую, базальтовую и темно-базальтовую. Она спавнится в незле в соответствующих биомах. При добыче из нее выпадает сырой вулканит. Также этот мод, как вы уже поняли, добавляет сырой вулканит, который выпадает из моба, о котором я скажу чуть позже, и выпадает из руд. И с вот такими шансами он спавнится в разных структурах. Если вы приправите плавильные печи, то вы получите один самородок, из которого можно делать вулканитовый слиток. Он нужен для изготовления вулканитовой брони и инструментов, участвуя в некоторых крафтах, и из него можно сделать вулканитовый блок. Также из вулканитового слитка можно сделать 9 самородков, которые вы можете получить, если приправите названные руды, инструменты, броню и, как я уже сказал, сырой вулканит. Причем все это нужно делать только в плавильной печи, то есть обычно у вас ничего не получится. Также этот мод добавляет огнеупорный крем, которым вы можете обработать дерево. Просто возьмите его, подойдите к практически любому деревянному блоку и нажмите ПКМ. Он сравнит обработанного блока и обычного. Чтобы снять крем, возьмите любой топор и нажмите ПКМ по блоку. Также этот мод добавляет вулканитовые инструменты, которые кроме кирки и топора практически все беспонтовые. Кирка может с 20% шансом превращать добываемую вами руду в слитки, как и топор, превращающий бревна в древесный уголь. Придем к броне. Мы имеем целый сет вулканитовой брони, которая при надевании полностью защищает вас при попадании в лаву от быстрой смерти и убирает эффект долгого горения после погружения в нее. Спустя некоторое время вы все-таки начнете получать большой урон. Итак, последнее, что мы посмотрим, это новый моб, которого обозвали Эмбер. У него звуки, как у Ифрита, и он враждебен к магмокубам и игроку. Когда он атакует, он перемещается рывками. Из него с некоторым шансом выпадает сырой вулканит и древесный уголь. Спавнится он в базальтовом биоме в Незере. Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, обзор вам понравился. Всем удачи, всем пока.